Ха, судачок московский. Опа, заходи, красавчик. Триколор GT. Небольшой судачок, такой, ну, грамм 700-800. Хочу немножко рассмотреть поближе, смотрю, что уже нижнего и верхнего. Левых клыков уже нету, ранка уже почти зажила. Ну, тем не менее, охотится, то есть народ отпускает, это круто. Устал в бою. Сейчас отдохнет, сил наберется и пойдет. Устраиваться, да? А? Он еще хочет стол сюда поставить. Тоже вариант. Пусть так. Вот она, жажда поймать побольше. В декабре месяце, в Выдерах, на середине Москва-реки. Не, я не больной. Да, вот как раз прям на край бровки. Выйдет или не выйдет? Ну, не знаю, я бы подождал бы до 12, до часа. А ну, смысл? Давай подождем. Я думаю, надо до часа поупираться, а потом туда уже ехать и вечерку там встречать. Сменяем точку. Здесь все плохо. В море ушел куда? Куда? Наверх он пошел. Куда? Он пошел против течения. Не, ну здесь структуры на нет никакой. Она мягкая, илистая. Один мусор. Залезу. За одну проводку вся приманка меняет цвет моментально. Игры никакой нет. Я оторвался решить, там то ли сельфа дверь, то ли длинная причем. Не, здесь вот то место, да, вещь. Надо за гиду позвонить тоже, пусть сейчас собирается. Там вечерку отстреляемся сейчас, да. Хорошо. Попробуем отстреляться. Ты уже на пули перешел? Требую его подряд. Надо Боре тогда звонить. Ну, сейчас Боре наберем. Надо собираться ехать на старое место. Там поймали сколько мы судаков? 4 судака. 2 щуки. Ну, а толку-то никакого. Мы уже сделали. Ни один, ни два, ни пять. Да дело не в этом, ты не понял. Снизу вообще точек нормальных нет. Структуры вообще. Все замыло нахрен. Там миляк дикий. И больше ничего. Вообще. Грязь. Ну конечно. Ну давайте возвращайтесь, потом подъедем. Давай, хорошо, да. Загид рядом с тобой. Скажи ему, да. Ребята уезжают обратно. Трелл, конечно, красавчик. Все, давай, ладно. Даже 6 грамм. Ага, да. Даже 6 грамм видите. Во, какой дальше? Приехал с температурой, думал, что он пройдет на рыбалку, да? О, добро! Вот это добро! Добро, еда. Еда, добро. Стал с этим чемоданом? Встал. А что делать? Дамскую сумочку завести. Есть, понятно.
О, он что-то Лёха тащит уже. Лёх, щука! Да. Кирюха, твой флюр работает. Она прям за флюр схватила. А я за сегодня увидел две поклёвки. А я вот такой кайганька поймал. Хороший. Охуел ты, Игорёк, на что взял? На джиг. Просто, ну, пух, блин. Я думал судак, но поклевка очень такая четкая, звонкая была. Я нибылом попробую. А? Попробую нибылом. Нет, нет, реально, то есть от у тебя сколько стоит? От такой 6. Палки в плане, да, ну, бюджетности. Чуйка на самом деле очень классная. То есть вот у меня стоит сейчас 6 грамм. И у флагмана то же самое. Касание. Ударил, сейчас возьмем. Сейчас возьмем судаковый удар. Ага. Под ближний бровочек. Ага, с ближней. Рыбу снимать. Победы. Да, палка адреналин, конечно. Я не буду говорить про остальных лохопедов, которые не ловят. И я отметился. Серия ультралайтовых удилищ. Нибл. Обрыбили мы палочку. Это у нас новиночка 2017 года. Да. Это у нас кто? Ультралайт? Да, серия ультралайтовых удилищ. Нибл. Палочка называется Нибл. Адреналин. Палка дарит адреналин. Слушайте, братцы, что-то он какой-то... Давайте я его это... Давай, давай. Давай. Не хочет. Ручной. Ручной бродяга. Пошел, пошел, пошел. О, есть. Вот она. Вторая. Вот она, хорошенькая. О, красота. Давайте этого упыря воду скинем. Он уже вторая. Ух ты. Последняя для меня. Давай, давай, показывай. Вторая. Молодец. И не доживешь ты до вечера, ты вторую щуку уже поймал. Кто-то только окунями обрубился. Да, флагман отрабатывает. Флагман Trail Forever. Ух ты. Я хочу сказать Лехе Игнатову, что если он еще одну поймает, четвертую, то это будет последняя рыба для него. Участок очень интересный, здесь очень крутая бровка подходит ближе к берегу, то есть воблер провожу, вот он даже вот упирается в него, приходится стряхивать. А вот сейчас какой-то контактик был небольшой, ну нет, либо просто обель задел, ну да, вот как раз бровка была, ну вот как раз под бровкой
и пасется. Наш судачок за бровочку. Есть, рыба, рыба. Это судачок. Взял под ближней бровкой. Она тут подходит совсем близко к берегу. Сначала была такая небольшая поклевочка. И в итоге потом она все-таки догнала его. И вот атаковал. Вот такой. Я думаю, где-то около килограмма. Ну, сам факт, для меня эта рыба на самом деле очень такая ценная, я так могу сказать. Это моя первая рыба, пойманная на Москва-реке. То есть у нас, мы сейчас приехали очень рано, на часах где-то около 5 часов утра, в надежде именно на ранний, застать ранний выход вот этого клыкастого разбойника. Ну вот, буквально со второй точки, со второй постановки река вот порадовала, наградила меня вот такой классной рыбой. О, и с воблерочком, кстати, я тоже угадал. У меня GT Тимон Трикорол